Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Хочу вам показать плед, который я связала. Вот такой вот я связала плед. Хочу вам показать такими вот квадратами. Вот такой вот плед. А еще я вяжу такую вот подушечку. Осталось у меня два моточка. И я вот такую вяжу подушечку. Но еще я ее не довязала. Вот видите? Вот такая вот будет подушечка. Но я ее еще не довязала. Вот такой вот связала пледик. Смотрите, уже его постирала. Но еще не затянула ниточки эти, которые вот добавляла. Видите, вот такой вот хвостик. Это еще не убрала. А так он мягенький, красивенький пледик. Не колется. На это ушло у меня 12 мотков пряжи по 100 грамм. Вязала я его с пряжи Ализе. Ализе классик, по-моему. 50% акрил, 50% шерсть. Но он вообще не кусючий. Такой вот мягенький, мягенький, мягенький. Не кусается почти. Вот так вот, видите, вот такую вот я каемочку вязала. Вязала, вязала, вязала. Вот так вот. По бокам у меня вот такая вот чулочная вязка. И вот так вот с таких вот квадратиков у меня получился мой плед. Видите, вот вам хотела кратенько показать. Вот. Показывает совершенно другой цвет. Камера не передает цвета. Вот, вот так вот. Захватывает чуть-чуть. Вот, вот такое, девочки, дело. Хотела вам показать такую вот свою работу. Хочу еще связать один плед, но не знаю, как получится. Хочу больше квадраты связать, чем вот этот вот. Может быть, свяжу какими-то жгутами. Ну, вот такой. Вязала я на пятерке, на спицах пятерка с леской. Вот у меня такие вот спицы Aldi. Я вязала на этих спицах. Вот еще такую вот подушечку свяжу. Просто, чтобы не валялись нитки эти. Остатков, чтобы не было. Связала и забыла. Вот. Вот такая вот у меня, девочки, получилась работа моя. Что я вам хотела и показать.